Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Познакомилась с мужчиной, 3 дня встречались, сегодня 4-й день, он не написал, не позвонил, есть предчувствие, что он во мне разочаровался, так как до меня встречался с женщинами другого уровня. Не упаду ли я в его глазах еще ниже, если спрошу об этом, чтобы прояснить для себя ситуацию и не мучиться догадками? Ну что ж, Анонин, давайте мы с вами начнем с того, что вы действительно спрашиваете у него, вот, вы действительно спрашиваете о том, вот, почему он перестал вам писать, например. И что, по вашему мнению, скажет мужчина? Вот. Ну, что он скажет, да, действительно, я в тебе разочаровался? Ну, вряд ли. Ну, так не скажет. То есть я к тому, что он не прояснит вам то, что вас мучает. Он вам не прояснит. Ну, люди находят отговорки, отмазки, люди находят оправдания. То есть вот такая история, скорее всего, будет с вами. Поэтому, на мой взгляд, вне зависимости от того, упадете ли вы ниже или нет, ничего не прояснит. Ну, ваш вопрос ничего не даст. Другое дело, что 3 дня это очень мало, и почему вы, вот если на 4-й день он вам не написал, да, и не позвонил, откуда мысль сразу, что он вас разочаровался? Это очень-очень похоже на то, что вы как бы готовы к этой мысли, готовы к тому, что, ну, вас можно разочароваться. Это очень похоже на обесценивание, очень похоже на то, что вы себя, ну, берете и вот буквально обесцениваете. Буквально обесцениваете себя. Просто. Вот. И это, на мой взгляд, ну, это проблема. Это серьезная проблема, что вы себя обесцениваете. Сравнивать себя там с другими женщинами и так далее. Потому что, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, думать о том, вот думать, именно думать о том, что, ну, как бы, встречаться, да, встречаться. С женщинами какого-то определенного уровня означает там что-то для себя иметь, да? Ну, на мой взгляд, это в высшей степени наивно. На мой взгляд, так думать. Потому что не уровень какого-то, ну, человека, да, не уровень человека решает. Решает именно химия между людьми. Именно контакт, именно взаимодействие решает. Понимаешь, какой здесь момент? То, что, ну, вот вы говорите, да, вот то, что вы говорите по поводу того, что он вас разочаровал. Так это история, скорее всего, это история про то, что, что вы изначально свои отношения выстраивали как-то вот, ну, как-то так,
что они были направлены, довольно сильно были направлены на какую-то, ну, на какую-то демонстрацию, на какую-то демонстративность. Вот. Очень сильно и очень серьезно. Вот. И как бы идея моя заключается в том, что вот вам об этой демонстративности желательно ходить в, ну, в, ну, в отношениях. Вот. Желательно не центрироваться на вот этой демонстративности так, как вы это делаете сейчас. Потому что сейчас именно это вот и происходит. То есть сейчас вы как бы фиксируетесь на это. Вот. Довольно сильно фиксируетесь на это, кстати говоря. Вот. Вот. Отсюда, собственно, и проблема. А дальше. Вы говорите о том, значит, как мне, то есть упаду ли я ниже, если ему, значит, ну напишу что-то. Я слабо понимаю и слабо представляю, кто, куда, откуда и каким образом может упасть. Вот. То есть это какая-то, ну, борьба у вас, что ли, с мужчиной, какое-то вот мерение, значит, ну, мерение своими, ну, своей ценностью, мерение уровнем своей важности у вас получается. Ну, я бы сказал, что ни к чему хорошему это не приводит, опять же, потому что, ну, вы не являетесь собой в таком, ну, в такой позиции, да, в таком ключе. И здесь возникает вопрос, а отношения сами по себе, они для вас какое значение имеют? Вот вы в отношения вступаете, да, с какой направленностью вы вступаете в отношения? Вы в отношениях на что нацелены? Вы в отношениях чего хотите вообще? Вот. Понимаете, какой момент? Что вы чувствуете, что вы к человеку чувствуете? То есть, ну, вам человек интересен, вот как лично, да, или вы видите в нем только представителя, значит, ну, представителя пола, то есть мужчину только, вот, тот мужчина, с которым я должна быть как женщина. Вот. Как именно
вам с ним быть? Каким образом вам с ним быть? Вот не очень понятно. Это. А вообще-то это очень серьезная вообще вещь. Вот. Понимаете? Если вы этому не уделяете свое внимание, если вы на этом, точнее, не фиксируетесь, как бы, вот, если вы этому не уделяете должного, не придаете должного значения, то появляются проблемы. Опять же. Вот. Серьезные проблемы появляются в таком случае у вас. Потому что что остается-то тогда? Вот. Как тогда получается? Вот. Понимаете? Какой момент? И вот это все очень-очень сильно оказывает влияние. Коль вы говорите здесь про, значит, про свои отношения, да, коль здесь вы говорите про вот то, как вы к себе относитесь, вот здесь. Значит, идет борьба такая у вас за собственную ценность, за собственную важность, идет борьба. Вот. И, конечно, вам хочется свою ценность сохранить. А сейчас вам кажется, что что мужчина вас как-то вот принизил, да? Вот. Но мой вопрос, он заключается, наверное, немножко в другом. Вот. Мой вопрос заключается в том, а не принизили ли вы сами себя давно? Вот. То есть не принизили ли вы себя еще до до того, как в отношения вы вступили с этим человеком? Вот. Уверены ли вы в том, что вы себя не принизили? Вот, на мой взгляд, именно это вы сделали. Вот. То есть никто не может принизить другого так, как сам человек это делал. Вот. Поэтому спросите себя, вот, когда вы говорите про уровень, да, что вот, он встречался с мужчинами другого уровня, вот. Какой для вас самой это имеет значение? Спросите себя об этом. Я думаю, что ответ не заставит себя прям вот так долго ждать. Вот. Я думаю, такой момент. Обязательно нужно учиться. Вот. И поработав своей самооценкой, да, вот. Поработав
значит, ну, с особенностями восприятия себя, вот, я думаю, что вся эта проблема для вас решится, и у вас будет не один мужчина, вот, который по какой-то, ну, случайности, да, обратил на вас свое внимание, вот, ну, внезапно, да, и вы как-то вот решили им дорожить начать, да. А у вас будет, ну, много мужчин, много мужчин будет. И вот это, вот этот момент, когда у вас будет много, ну, много мужчин. Вот этот момент, он станет как бы ключевым здесь. Вот. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам сформулировать для себя, ну, какие-то базовые постулаты, да, вот, для психотерапии, вот, для работы над собой, если вам это интересно. Вот, я думаю, что все проблемы можно будет решить. Вот, я вам желаю всего самого хорошего. Обращайтесь за помощью. Удачи!